Откуда и куда-то? Я на велосипеде с работы. Мама, вот встретила. Да. Обдиральщиков семян. Мама, Митя. Это что, вы семена, что ли, собираете? Будете в саду сажать? Не. Вы откуда? Мама, Митя, не. С кетчупом на рту-то. Макдональд, что ли, опять был? Мама, Митя, не. Снимай маску вниз. Никого нету. Пап, то есть ты усоит в комнате? Ну что, все вместе домой, что ли, пошли? Или вы будете еще обдирать, а я поехала? А цветочков нет, чтобы показать, какой это цветок-то? Какие вы семена собираете? Ты в бассейн ходил? Заплыв делал? Кетчуп будешь вытирать? Да. Ну все. Ну все, поехали. Жарко сегодня, отцуй. Поехали? Ну а что это мне складывать-то решил? Маску вниз спускай. В штаны закладывай. Вот. Нет, не надо мне. Это неси, а то потеряю. Принесешь, на место положишь. Жарко сегодня. Че маечку-то не одеваешь? Свитер одел. Все, давай. Ич, ни, са, ешь. А, буквы. А чего? А ты нас такая? Ну я поехал тогда, вы со мной не идете. До свидули тогда. Вот Семёныч, преданный мой сынок, только бегает со мной всегда. Да? Да. Так, осторожно, тут машина может быть. Машина. Выключаем телефон. Сделала своим, хотела показать. Якисобу. Это, ну, это макароны такие, там капуста, морковь, свинина. Но... Главное, что якисоба, она такая разная, двух видов. Одна твердая, вот как макарончики, вот такие эти ролтон, которые отвариваешь, а это не отвариваешь их. И якисоба у Сёмы, которая отварная. Вот сейчас покажу. Вот и сами ест. Это с подливкой. Я положила вот такую якисобу, она твердая, видите, ломается. И сверху полила подливкой. Вот он хрустит. А у Сёмы, Сёма не ест почему-то. Почему это он в задумчивости в какой-то? После бассейна головёнки мокрые. Вот наяривают двух видов. Один не любит другую, а другой не любит эту. А мать, делай работу двойную. Любите маму-то? Ням. Любите маму-то? Ой, чё? О, даже люблю не мог сказать. Вкусно? Нормально? Ну ешь, ешь, Семёныч, не тяни кота за хвост. Над головой. Нет, под подбородком. Ешь. Сейчас покажу. Я ее уже запихала. Открою. Во, вот такая. Просто показала потом. Но у меня вообще со временем кобздец. Знаете, друзья, я же вышла-то на полный рабочий день.
У меня не то что времени нет, у меня вообще нету ничего. Я нигде ничего не успеваю. Вот я сегодня сделала 2 стирки, и я еще не повесила. Заканчиваю в 12, приезжаю в 1:30. Поем и сразу на секции. С секции приезжаем в 7. Приготовил ужин. Как бы успеть посуду домыть и все. И спать, потому что встаешь в 4. Короче, вся блещу. Вся в мыле. Не дождетесь вы от меня видео. Скоро. Но нельзя так, конечно, говорить. Дождетесь, наверное. Ну да, работать начала каждый день. Буду сама платить за страховку, за пенсию. И посмотрим, что будет дальше. Поживем, увидим. Господи, подружка твоя. Он ест. Потом надо обязательно посмотреть, что у нас там в портфеле творится. И что, надо было вчера делать домашнее задание, да? А почему он не знает ничего? Ис, ты иногда проверяй, что там надо делать-то. Чекаешь ты. Сёма? Да, Сёмин тоже про портфель. Мать не может. Рядом папа, мы Сёма говорят, это за то и терн. Но Сёма не будет делать. Сёма весь в мать. Да и дело, да. Надо чек делать Сёме. Понимаешь? Сейчас он поест. Видишь? Кетчуп намазал. Ужины представитель среднего класса. Брокколи где мы едим? Брокколи мы едим или нет? Давай, брокколи. Брокколи одну в рот. Не мэ, а щека толстая торчит, потому что брокколи не едим. Мама, как ты опалишь? Это папе. Папа покупает. Ну, едем. Ну, сейчас я тебе солью, погоди. Жди. Глянь, льется-то. Как раз тебе хватит на одну, а это помыть и выбросить. Все, давай. В рот брокколи. Вот, жуй-жуй-жуй. Наслаждайся вкусом. Аруну надо делать домашнее задание. Это надо. Все, вынимай, я посмотрю. Т. Это что мы тут пишем? О, Т, знаешь такую букву уже? Да, куда как? Так, подожди. Это тебе надо делать, писать, да? А это ты писал? Дзенбе буквы. Так, подожди, я сейчас покажу. Это буква Т, да? И ты запоминаешь сразу. А прочитать можешь, что это? Тен. Тен. Тате. Тате, молодец. Карива нандаке. Тегами. Тегами, молодец. Тецубоу. Тецубоу, молодец, умница. Сугира. Нет, ну тут ты писать не будешь, может ты за стол сядешь? Яру. О. Шкудай. Яранакя.
Нет, ну надо сесть за стол, все щекуда и делают за столом. Нет. Как? Ну-ка еще раз глаза покажи мне. Еще раз скажи такой матери. Садись за стол. За тот стол садись, за Искин. Разгреби там все. И садись. Ну, убери вот эту вот. А то упадет. Ой, надо поближе тебя снимать. Как ты делаешь домашнее задание? Твою ж колесницу. Красиво пиши. А то принцесс все будут смотреть. Какая буква еще раз? Буква какая? Т. Молодец. А ここにもてって書いてあるでしょ。ここにも、ここにも。Да, тут написано Т где? ほらだってこうこうってなってるじゃん線で。А, говорит, тут написано эта буква. Т に必ず Т って書いてあるんだよ。На руке обязательно написана буква Т, поэтому и запоминается легко. Кантан не убоирует еще. Это хорошо, вам так учитель. Т の書き方簡単。Ну ты смотри, смотри, как следует, как пишется-то. И какая у тебя тут маленькая. А еще есть домашнее задание? Чикудай. И это только? Да что это так мало-то? Надо вам побольше. Надо вам побольше задавать-то. Не учим таким. С макушками, с приподнятыми. Подальше глазки-то. Мать, у тебя строгая. Киви все поел? Да. Так, на учебнике. Ой, прости, наступила на тебя. Это я. Киска. Ой, что ж за учебники-то? Вот пенал у нас тут. Это Пума. Это пенал у нас. Это карандаши. Ой, какие карандаши-то у тебя красивые. Это стёрка. Только это у тебя здесь? А сзади есть что? Сзади нет ничего. А что сзади надо ложить? Это как называется? Это математика, да, у нас? А что вы проходите сейчас? На небинкёштеру. Что проходите? Кадзуно яц тока. Сколько, да, считаете вы? Подожди, я покажу ребятишкам-то. Всем интересно, она-то и чинэнсэй на-то. Вот ты тут пишешь, ты все это знаешь, да? Кое яц тока. Это ты сам вот делаешь. Семь, это шесть и один, да? Семь, это один и шесть. Нанато, карито карио. Нанато гото ни дешо. Ну, ты все понимаешь? Нанава гото ни дешо. Ты все понимаешь тут, Сансу-то? У тебя хорошо идет. Подожди, еще посмотрю. Да что же это? А это что? Дзуковый. Дзуко какая-то. А это что вы тут делаете? Ну да, сори, я не знаю. Я такого не знаю. А, это вы... А, это делать поделки тут всякое. Всякое разное. Угу. Так, это наверх клади, проверили. Так, дальше. Вот это вот что, пишем, нет? Кокуго. Надо сори, я такого не знаю. Нет, буквы мы не пишем. Дальше. Это твоя, это подкладывать, да? Подкладываешь ты, хорошо? Так, это что? Кокуго. Опять. Это вы читаете? Иронна йондари. Это вы истории читаете. Ну, ты еще буквы не знаешь, ты не можешь прочитать. Йомерю. Ну-ка. Ну-ка, прочти а хоть что-нибудь-то. Ханано яц. Ханано мичи. Доко, доко, доко. Каре. Это вам читать надо? Ему уже надо читать или не надо? Ну-ка, давай садись со мной. Я тоже знаю. Хана но мичи. Кума сан га фукуро о мицукемашита. Оя, нани ка на? Иппай хайтте иру зо. Это ты все буквы знаешь? Ну-ка, скажи мне, какая это буква? Ну-ка, подожди, мне что-то не верится. Вот это вот что?
Ми. Знаешь, а это? Ке. Молодец, а это? На. О, а это? Лю. О! Всё знаешь? Ну, я тогда не буду тебе проверять твои домашние задания, раз ты такой... Кума-сан га томодачи но лис-сан ни кики ни икимашта. Тогда я не буду проверять, раз ты такой ответственный ребёнок. Тут матте. Я просто в шоке. Просто в шоке. Товарищ Сёма, ну ты молодец. Кума-сан га вкро-о аке... Акетара. Не волнуйся. Акетара. Нанимо айтеимасен дешта. Молодец, умница. Ана га айтеита. Умница, умница моя разумница. Да все он прочитать может. Кадзе га фуки. А я говорил, буквы не знает, а. Нагай, он все знает. А вы говорить не выучит. Все выучит он. Он же у меня умница такой, разумница. Подожди, еще мы внизу там не просмотрели еще. Еще это что вы пишете? Это еще ничего не пишете? Показывай. Ну, показывай. А, это вы цифры пишете, да? Вот, тебе сенсей что, исправляет? Некрасиво? А, ну все равно, ты же все правильно писал-то. Пошел вон тогда этот сенсей. Так, это. Это еще нет? Это как книга называется? Хирайта кедо, тада ёнда даке. А это? Ой, все, он задвинул. Так, все ты сделал, точно? А вот папе что-нибудь надо дать, чтобы он прочитал. Есть такая бумага? Ну-ка, посмотри, надо что папе дать, чтобы он прочитал и сказал тебе, сынок, это и это. Точно? Да. Ну ты деловой, сынок. Ну закрывай. Закрывай на место. Ой, штаны мои прицепил. До новых встреч, ребята. Вот так вот мы учимся. Ну отлично. А вы что хотели? Мать умная, дети умные. В кого? В мать.